Здорово, моделисты, моделистки. Так, топ-камера, бум. Сегодня Digi Keys опять. Потому что был вопрос, по-моему, на англоязычном канале, нужен ли компьютер для того, чтобы работала вот эта штука. Нет, не нужен. Сразу из коробочки ее достаете. Если у вас есть... Вот одна из этих штук, плюс одна из крутилок, плюс еще пойдет сюда Рока Мультимаус. У меня просто... Нет, где-то есть. Есть. Ну, на проводе, разумеется, да? Как с PressNet вот сюда. Либо ленту заменить. Ну, просто и так все ее знают. Ленту не очень знают. Новый, по крайней мере, так? Либо... Ленс, либо Digitracks, дубняк. Дубовый, конечно. И он такие звуки издает. Значит, без компьютера, если хотите идти wireless, потому что здесь уже нужны настройки, чтобы подключить телефон сюда, запустить там Рока, сервак, скажем, либо иметь компьютер и подключить Wi-Fi throttle сервак. Опять-таки, да? Но если у вас есть вот эта коробочка LNWI, мой телефон коммуникирует сразу communication, общается вот с этой коробочкой. Но это, опять-таки, Digitracks. Есть много моментов. Если вы, к примеру, подключили Digitracks, он подключен, кстати, сюда, и вы не сняли адрес, который у вас в данный момент, то хрен чего будет работать. То есть здесь будет одновременно... Если у вас адрес на... одинаковые, вы его не стащили, и дисплей показывает третий, вы не сможете оперировать. Вот видите. А где у нас сайт камера? О, я. Вот. Значит, все работает, разумеется. Сейчас поставим 8. Сейчас запустится. Ну вот. Так, коротенечко. Компьютер, ну вот, пожалуйста, да, погнали вперед чуть-чуть. Я до сих пор не настроил параметры. Ну да, вот видите, как шпарит его. Не настроил. Либо если у вас iPhone, да, айфончик, вы тогда... используйте White Throttle. Там, по-моему, контактик. Ну, не в этом дело. Так, все, вырубаем лавочку. В общем, я показал, что все пашет. Без компа. Все. А, ленс хотел. Вот видите, он... если я сейчас его захвачу, вот таким образом я захватил этот адрес обратно сейчас. Топ-камера. То он здесь, да? Вот сейчас раз... Лен сразу начинает показывать. И Рока показывал вот тоже, что оно флашинг, да? Digitracks отрабатывает какие-то просто каналы там на задворках. А здесь нужно нажать, тогда вы захватили этот адрес. И, к примеру, троечку для этих самых каплеров. То же самое здесь. Так, а что будет? Ну-ка. Да, он не отрабатывает здесь, он не показывает ничего. А здесь? Он просто захватывает адрес, да, через вот этот Digitrack сервак. То есть командная система здесь чувствует по LocalNet здесь, а это отдельно по ExpressNet. Кто, наверное, первый раз скажет, о чем чувак там городит? Но, резюмируя, без компа работает супер. Вам, ребятки и девчатки, успехов. Увидимся скоро на DCC Train LLC. Всю неделю я очень пытаюсь время выкроить. Вечерами я делаю нашего хорошего друга канала, Энского, скажем так, его локомотив. Давай, успехов!